Сегодня на Алтае открылась краевая профильная смена «Юный десантник». Она направлена на подготовку младшего командного состава к работе в военно-патриотических и военно-спортивных клубах региона. Как отмечают организаторы, с каждым годом в профильную смену стремится попасть все большее количество юношей и девушек. В этом году среди ее участников – студенческая молодежь, воспитанники военно-патриотических клубов края. Всего порядка 60 человек. В ходе смены ребята пройдут теоретический курс юного бойца, изучат устройство танкового двигателя, освоят стрельбу из малокалиберной винтовки и даже прыгнут с парашютом. По окончанию лагеря курсанты выполнят квалификационные требования на спортивный разряд по парашютному спорту. Закрытие смены «Юный десантник» пройдет в пятницу 27 июля.